Скажи, пожалуйста, почему Наталья Поклонская написала на тебя заявление в полицию? Какой-то скандал был какой-то в прессе. Я снимался в каком-то проекте, где меня одели в Николая II, что ли. И это святое для нее. Да, и она подала заявление, что типа я оскорбляю чувство верующих, что, блядь, не помню. Ну, ебанутая. В полицию вызывали или нет? После этого заявления. Да, я приходил к участковому. Ого. Нет, прям такое, лайт. Прям без серьезных, без допросов. Посмеялись, да? Ну, типа да, поржали. Прикольная Поклонская? Ни разу не видел ее. По телевизору только. Сейчас ты о чем спрашиваешь? Я не знаю, я не могу так тебе сказать. Понимаешь, это же нужно человека знать. Ну, как прикольная? Может, прикольная? Не знаю. Кому-то, да? Не знаю.